За Баку весь мир, а за Ираном прячется дрожащая от страха Армения. По мнению украинского эксперта, в ближайшие дни мы станем свидетелями смягченной риторики лиц, представляющих иранские силы власти. Если, несмотря ни на что, Иран продолжит направлять ход событий в сторону военного конфликта, Азербайджан даст Тегерану одну неделю на раздумья. А если и это не приведет в сознание некоторых мул, то Баку нацелится на Иран с четырех сторон. Таких козырей, как в руках Азербайджана, сейчас, можно сказать, нет ни у кого. И это самое главное. У Азербайджана есть своя мощная победоносная армия. С одной стороны, турецкая армия – одна из самых сильных вооруженных сил среди ведущих мировых держав. С другой стороны, Израиль. И плюс коалиция стран, недолюбливающих Иран. Отметим также, что в настоящее время в эту формальную коалицию входят десятки сильных государств. Об этом заявил украинский политолог Алексей Вороненко. Я не хочу даже думать о том, чем это чревато Ирану. От Ирана может остаться лишь одна буква «И». Это прекрасно понимают также и те, кто сейчас сидят в Тегеране. И безусловно, в ближайшие дни мы станем свидетелями смягченной риторики лиц, представляющих иранские силы власти. То, что мы наблюдаем сегодня, это сигнал недовольства со стороны Ирана. Иран прекрасно понимает, что когда за Баку стоит весь мир, за ними прячется дрожащая от страха Армения, отметил эксперт.